3 свадебных торта. Кого решили осчастливить? Можно взглянуть? Вам не кажется, что это один и тот же красавчик? Да ничего подобного. Сын, не надоело, что тебя ненавидят все мужчины в королевстве? Он украл мою любовь! Ну да, зато все девушки меня обожают. Любая, кто посмотрит ему в глаза, не устоит перед его улыбкой. Когда ему исполнится 21 год, он лишится своих чар, и любовь умрет навсегда! Осталось всего 3 дня! Настало время принцу сделать выбор и освободить всех остальных от заклятий. Да легко. Поцелуй меня и спаси нас всех. И с кем ты это прокатывает? Абсолютно с каждой в королевстве. Пока! Вау! Это что-то новенькое. Пора определиться, на ком же мне жениться. Судьба всего королевства зависит от меня. Тебе повезло. Я могу помочь. Так поспешим! Подожди минутку. Я на вершине мира! Мне бы очень пригодилась твоя помощь! Какой у тебя план? Чтобы найти истинную любовь, я должен справиться с 3 невыполнимыми заданиями. Первое – преодолеть непреодолимую пропасть. Второе – пережить неминуемую смерть. Нам конец. Привет, очаровательные создания! Ух ты! Хватай руку! И третье. Сокрушить несокрушимого монстра. Приступим! Да, я как-то иначе себе это представлял. Распрекрасный принц. В кино с 24 мая.